Привет, дорогие мои подписчики! Вы на канале «Городская деревенская домохозяйка». Пришла осень, заказывала я 10 сортов разного вида картофеля. И средний, ранний, поздний, как видите, картофель уже весь пожелтел, и пришло время его выкапывать. Сейчас я выкопаю и посмотрим на результат. Вот такой урожай получился картофеля после того, как я его выкопала с одной грядки. И подходим к другой грядке. Расскажу по сортам. Сорт «Комета», сорт «Деликатес». Деликатесы побольше. Также сажала сорт «Мечта», «Евгения». Вот такой вот сорт. Всего 3 штучки у меня получилось сорта «Мираж». На этой грядке у меня прям я довольно «Комета» сорт. Сорт у меня есть «Адрета». Вот так он выглядит. И вот «Романа». Всего 2 маленьких клубенька. Разложила картофель в пакетиках по сортам. Сейчас их соберу и отвезу в город Таганрог. Некоторые пойдут в пищу, некоторые оставлю на посадку в следующем году. Сделала вывод, что больше не буду сажать я топинамбур рядом с картофелем. Вот, они не уживаются вместе, если хочу получить хороший результат. Понравилось видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока!